Россиянка Юлия Самойлова, скорее всего, сможет поехать в мае на Евровидение в Киев. Европейский вещательный союз, как сообщается, договорился с украинскими властями об исключении российской участницы Юлии Самойловой из украинских стоп-листов. Ранее Киев заявил, что не хочет ее пускать, так как Юлия принимала участие в концерте в Крыму летом 2015 года. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в резкой форме заявил, что такая позиция Украины недопустима. Сейчас не могут не пустить нашу исполнительницу песни. Тоже все нацизм. Дискриминация по национальному признаку. Отсюда и слово нацизм. Между тем, шансы самой Украины на Евровидении оцениваются невысоко. По прогнозам букмекеров, страна-хозяйка может занять на конкурсе лишь 28 место. Юлию Самойлову ставят значительно выше, пока на 10-ю строчку. Первое место букмекеры пророчат итальянцу Франческо Габбани, а второе место сейчас отдают Бельгии, а третье – Швеции.